Больше 1500 пытьяхцев в минувшем сезоне обращались к врачам по поводу укусов клещей. Теперь медики подводят итоги. На сегодня активность паукообразных свелась к нулю. Отмечено, что нынче укушенных больше. При этом каждый год регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом. Он может привести к летальному исходу, если своевременно не принять меры. Из числа укушенных всего у 10% была поставлена соответствующая профилактическая прививка. Все обратившиеся к врачам получили экстренный иммуноглобулин. Департамент здравоохранения Югры напоминает, сезон плановой вакцинации от клещевого энцефалита начинается осенью. Вторую прививку ставят примерно через полгода. Через год проводят ревакцинацию. Существует и короткая схема – уколы с интервалом в месяц, но второй должен быть сделан за 2 недели до активизации сезона клещей.